Символ отечественного автопрома и производитель самых народных автомобилей. Предприятие «АвтоВАЗ» отмечает полувековой юбилей. Ровно 50 лет назад было принято решение о строительстве в городе Тольятти автомобильного завода. С тех пор с его конвейера сошли миллионы машин – «Нивы», «Жигули», «Лады». Продукция завода популярна и в наши дни. Детище «АвтоВАЗа» по-прежнему пользуется успехом у соотечественников. Это идеальное сочетание цены и качества. И это моя первая машина. Я купил ее в 18 лет. Самый идеальный автомобиль, сочетание цены и качества. Самый надежный механизм – это простой механизм, проще нет машины. В честь юбилея в Оренбурге прошел массовый автопробег. В колонне собралось 2,5 десятка автомобилей «АвтоВАЗа». От самых первых «Копеек» до современных «Лада Веста» и «Лада X-Ray». А за рулем преданные поклонники отечественной марки. Первая машина была, я учился на ней ездить. Как права получил, 18 лет первый раз сел за руль. Эта машина для души, не знаю, есть что-то в нем такое. Что нет в иномарках. Она сохранилась в таком виде, первоначальном виде, который выпускали «АвтоВАЗ». Кожаное сиденье, панель, руль, все, ничего не поменялось. Ностальгия, да, я патриот своей страны, я люблю свою страну, и поэтому с уважением отношусь ко всему, что произведено у нас. Колонна проделала путь через весь город, финишировав в парке имени 50-летия СССР. Здесь участников и гостей праздника ожидала большая концертная программа, которую «Оренбург-сервис», «Жигули-Оренбург» и «Лада-сервис» подарили горожанам.